Здравствуйте, друзья! Добрый вечер всем подписчикам и просто, кто случайно зашел на мой канал. Сегодня представляю вам новый раннер. Он такой своеобразный, интересный. Называется он «Великая марсианская война». Время проходила эта война якобы в 1913-1917 годах. Здесь две локации. Вот. Это якобы на какой-то земле и в лесу. Хотя тут тоже лес, в первой части лес. Ну, давайте посмотрим на опции. Здесь можно управлять тачем и также можно управлять акселератором. Можно отключить звук, отключить обучение. Вот. Игрушечка интересная, красивая. Я считаю, один из лучших раннеров в этом году. Ну, давайте посмотрим на первую локацию, что она из себя представляет. Здесь мы бежим и обходим разные препятствия. Вот сейчас идет загрузочка. Мы пройдем дальше и не будем смотреть. Вот здесь при начале можно купить себе шлем или панцирь для защиты. Ну вот видите, мы бежим и собираем вот эти ящики, не пойму с чем они идут, вот светящиеся ящики, и оббегаем, управляя акселератором или тачем. Я управляю тачем, мне удобней. Вот. Игрушка интересная, необычная. Дальше будут такие роботы. Чем-то мне напомнили «Войну миров». Вот. Давайте пробежим, посмотрим. Я прошел 400 метров, наверное. Видите, я упал. Но здесь можно восстановиться, купив себе. Ну, вот, например. Вот видите, какая защита у вас будет. Разбежим дальше. Также нужно подлезать, проползать, перепрыгивать. Вот видите, начались эти роботы. Я даже не знаю, кто это, марсианские войны. Чем мне напоминает «Войну миров». Оббегаем какое-то время. И видите, опять попадаем в лес. В лесу также будет куча препятствий. Тут куча этих препятствий, мины. И все такое. Лес, всякие дрова, сожженное все. Вот мосты. Ну, видите, у меня немного апгрейден, поэтому я бегу и пока живу. А так бы уже давно, как говорится, помер. Вот. Игрушечка. Вот я взорвался, и все. И погиб. Давайте посмотрим на вторую локацию, что она из себя представляет. Закончим. Посмотрим мои достижения. Пробежал 371 метр. Сколько пробежал, чего достиг, что собрал. Вот. Ну, давайте выйдем в меню. Выходим в меню. Да, вышли в меню. И на вторую локацию нажимаем, смотрим, что она из себя представляет. Она совершенно другая. Локация, видите, он встал, бежит. А теперь больше все наоборот. Я еще таких раннеров не видел. То есть вы сейчас увидите, тут наоборот, вы бежите, раннер обычно привыкли задом, здесь задом наперед получается вы бежите. То есть он как бы, главный участник бежит на вас. Давайте мы также подпрыгиваем. Но здесь не все так просто, скоро за вами помчится этот монстр, или кто он там, боец марсианский. Промчится и будет вас убивать, стараться убить. И не все так просто будет. Я вам говорю точно, потому что я уже с ним встречался. Ну, я знаю небольшой выход. Нужно бежать по краю. Рядом с разными лесами. Вот этими соснами, деревьями, не поймешь какими. Вот. И тогда он не скоро вас убьет. Ну, давайте дождемся, посмотрим на него. Давайте себя оживим опять и побежим, чтобы посмотреть, вон он появляется. Видите, да, вон он появляется. И будет стараться вас убить. А мы бежим по краешку, и он не может вас достать. Вот скоро мы опять попадем в лес, и будет ли все так просто. Видите, он куда-то исчезает на время. Ну вот, примерно вы поняли, что из себя игра представляет.
Я говорю, записывайтесь ко мне на канал, ставьте лайки, пальцы вверх, зовите друзей, буду для вас снимать обзоры почаще, поинтереснее, поновее. Всем до свидания, с вами был ваш Гангус.